21-я звезда. Контактное зажигание. 92-й бензин. Пропорция 1 к 25. 40 миллилитров масла на 1 литр бензина. Новая дорога у нас в деревне. Вообще. Главное, чтобы быстро не ездили эти. О, как я их называю? Летчики. Четкая трасса. 60 еду. Или 70. 70. Ну так он у меня сотню идет. Вообще-то. На 21-й звезде. Мотоцикл из мешка собранный, можно сказать. Это как бы первый вообще мой ИШ, вообще вот, который у меня появился. Ну, личный. До этого было пару штук на продажу. Сколько я это с вилкой с передней мучился, короче, она все равно тугая. Я когда-то там в далеком прошлом поменял втулки на ней, и после этого три раза разбирал, ну два точно, и втулки расшарухивал, короче. Первый раз разобрал, попробовал, прожмал перья, они прожимаются под моим весом. А работать не работает. То есть вот она должна легко прожиматься, вилка. Не под 100 килограммами, а там, например, под 60. Потом я второй раз уже разобрал этим, наждачкой их там раздраконил в стулке, чтобы перья лучше ходили. Вроде начала так работать, но вот на ровном она не работает. Она на больших ямах там срабатывает, вот. Вот так даже прыгаю, она не особо ходит. В общем, жестковатый он руль, видно, что это колотит об асфальт. Вот, 80 наяриваем. Сейчас, может, соточку попробуем. Хотя неохота. 85 самое то вообще кайфово. Ой, жучара прилетел. Конечно, ехать на Иже лучше, чем на какой-то там Альфе, Дельте. Но я имею в виду ехать. Не поломаться где-то там, а вот просто, когда он едет. Ну, это полноценный мотоцикл. И коленки тут не выше бензобака, и мотоцикл большой. И едет он гораздо, как бы, по-мотоциклетному. И кто там думает, что там японцы там 200, да бляха-муха, 250-ки там, одногоршковые, лучше ежака едут, ошибаются, ребята. Не, ну кто знает, что лучше едет, тот точняк, у кого есть, он ездил на ежаке на здравом, и знает, что его 250-очка едет лучше ежака Юпитера, например, то да. А так 250-ки, одностволки, я имею в виду дорожные. Там CB400SS, ну, которая одностволка, или там всякие есть, ну, много одностволок японских, дорожных, они едут, вот, ну, как и жарко там, ну, может быть, на весь газ они там 140 поедут, но это уже там вообще некомфортно. У них тоже комфортно, там 80-90. Потому что я могу сравнить здравый Юпитер, который вот он просто валит. Он яву только так может взрыпнуть.
И я ездил на здравой 400-ке. Не говоря там о 250-ках. 250-ки, 140 не пойдут японские. 120 максимум там на разрыв уже. Не, ну конечно, сейчас там специалисты напишут, что звезду поставить там, берет побольше, назад поменьше, колеса поднадуть получше, обтекатель, просраться перед поездкой посильнее, дабы облегчить вес свой. Но это все не то. Все не то и все не так. Таких недалеких планов немножко ему сделать этот, ближе к стоку привести. Конечно, вот эти грипсы очень хорошие, мягкие, просто вообще. Ну, это те вот резинки на руле, за которые я держусь. Приятные, лучше ижевских, конечно. Ижевские, они когда натянуты, они уже просто там дубовые. Там проедешь, потом отпечатки на руке, вот такие вот, как сейчас у меня. Пешеходов. Это что хорошо, видите, вот полицейские, а на ижаке можно просто вшить и все. На BMW особо так не перепрыгнешь на моем, на нынешнем. А на прошлом BMW, на 650-ке, я типа, вообще на это не смотрел. Она просто вот на 120, там на 140 проходила эти полицейские, как будто их не было. Здесь вот не церемонятся, что едет машина, они выезжают. Все равно выезжают. Тогда особо не церемонятся. Ну молодцы, так и надо делать. Что там, какого-то этого драчепулиста ждать. Так, тут камера 40, значит ехать надо 60. Ну вот еду на 4 потихонечку. 50, 60 тут. Я третью воткну. Воткнул не третью, а какую-то другую. Успел. Так, скоро мне вот здесь страховочку делать. Моноциклеты мои. Ты будешь что там, телефон свой смотреть? Ну или что там, куда там? А вторая не пойдет? Ну как хотите. Кстати, это, напишите, кому больше нравится Kia, а кому Hyundai. Лично мне нравится Kia больше. Ну, потому что мне больше нравится шильдик. Шильдик нравится, да. Шильдик. Как это, ну, вообще еду медленно, нормально, как положено.
Помните, я здесь ездил на этом, на Орионе, прямо, нет, на Альфе ездил. Прямо говорил, фу, да ну ее на, устал я тут ехать. Смотрите, на Иже еду, улыбаюсь, вообще просто атас. Яма не яма, вообще просто идет. Это с учетом, что вилка передняя у меня тугая. Ходит в этих во втулках очень тугенько.